В 2018 году я впервые услышала слово «джема». Мы были в Корее, в Сеуле, мы встретились с представителями этой компании. Они ненавязчиво мне предложили вот ионизатор для душа. Я никогда не думала, что мою проблему может решить продукт, который является продуктом сетевого бизнеса. Через 3 недели мы увидели первые результаты. Ребенок просто стал спокойно спать. Параллельно я начала получать отзывы от своих подруг, которым раздала косметику. Джема сломал все мои стереотипы о сетевом бизнесе. В течение этого года я пользовалась продукцией, в течение этого года я видела результаты. И только через год мы открыли официальное представительство Джема Казахстан в городе Алматы. За 7 месяцев в компании более 1000 партнеров, столько городов охвачено, а компании знают много людей, то есть это уже узнаваемый бренд в Казахстане. Я такой же обычный человек, как и вы все. Если у меня получилось, то это может получиться у каждого из вас, независимо, где вы находитесь, в каком городе, потому что Джема, она начинается не с меня, она начинается не в Корее, она начинается с вас. Каждый из вас лидер, каждый из вас официальный представитель этой компании, каждый из вас бизнесмен. Поэтому, когда